Рідне. Варенье из еловых и сосновых шишек можно варить в мае-июне. Тогда мы можем найти на деревьях вот такие вот шишечки. Что-то... Да, да, да. Шишечки сосновые, например, у меня в руках. Еловые. И из всего этого вы можете сварить, вот показывайте, ельник. Угу. Очень интересное и вкусное варенье. Угу. Я его сварю дома и покажу вам, угу, вкусно это или нет. Ага. До свидания. Угу. Вкусное.